Привет, Дарёш. Это видео про твой хвостовичок КПАН. Вот смотри. Одуванчик наклеен. Следы от росточки я закрасил. Еще раз показываю, как правильно вставлять, чтобы не сломать одуванчик. Красную точку на переходнике и средний контакт одуванчика совмещаем с белой точкой на твоей камере. Еще раз напоминаю, если ты чувствуешь хоть малейшее усилие, когда поворачиваешь, вот смотри, вот это вот мы вставили, чуть-чуть поджали и поворачиваем против часовой стрелки. Вот на этом расстоянии доходит одуванчик до контактов. Поворачиваем до щелчка. Вот, как видишь, все диафрагмы работают от 3,5. От 3,5 до 22. Фокусное расстояние 135 миллиметров. Также в обратную сторону нажали кнопочку, повернули, аккуратно вытащили. Все, одуванчик целый. Также аккуратненько крышечку закрыл, открыл. И одуванчик будет работать долго и хорошо. Сейчас я упакую. Твой переходничок с одуванчиком и завтра поедет к тебе. Спасибо за внимание.